Барак Обама провел в Белом доме традиционный вечер разговения – ифтар. Он стал уже третьим ифтаром Обамы на посту президента США. На встрече глава государства отметил вклад американских мусульман в укрепление страны. Особую благодарность он выразил мусульманам, которые служат на благо США в системе здравоохранения, национальной безопасности и в вооруженных силах. Кроме того, Обама почтил память шестерых сикхов, убитых недавно при вооруженном нападении на сикхский храм в штате Висконсин. Президент также вспомнил о приближении 10-й годовщины терактов 11 сентября и подчеркнул, что Соединенные Штаты должны уважать разные религии своих граждан и обогащаться через многообразие их культур ради памяти погибших за страну. Мы не можем не вспомнить наших соотечественников, которые были убиты и ранены в храме несколько дней назад. Мы до сих пор не можем понять, что побуждает людей устраивать подобные акты насилия. Преступники с таким мышлением не должны жить в дружественной Америке. Поэтому мы заявляем в один голос, что такое насилие не должно происходить в США. В американском обществе не может быть разделения на «мы» и «они», а может быть только общее «мы». Каждый американец имеет право исповедовать свою веру открыто и свободно. With one.